полные жирные мухи, которые на падаль бросаются. Это весело, мы приехали, радостные чувства, вот мы так. Наши трудные времена, что мы попадаем, что все, то власть другая, то кто-то умер, то, значит, государство сменилось, то теперь капитализм, значит, сами барахтаетесь. Никак государство выставку не может теперь уже вообще, потому что денег нет у того. Вы понимаете, вот мы все время находимся в каком-то таком... Мы для искусства сделали прорыв, но так и сидим с этим прорывом. Мы стояли и обсуждали, что же будет. Через 24 часа, вот Леня Мечников, вот здесь вот такой, он говорит, я боюсь, родители ему сказали, это мне страшно. Значит, уехали на такси, раз неизвестно, там, Менцелевские и прочее. А мы стояли и думали, через 24 часа за пределы Родины, а второе, всех арестовать. Огромнейшее спасибо на этот шаг и вот это как.